Добрый день. Итак, начнем проверять очередную нашу выкройку. Выкройка это будет у нас будущая косметичка. Состоит она из следующих элементов. Это у нас одна часть, вторая, по которой нам предстоит ее склеить. То есть это штрих-пунктирная линия, по которой будет приходиться эта штрих-пунктирная, а это, по этой части будем отрезать. Еще один элемент, и чтобы аккуратно и красиво сформировать разъем под молнию или отверстие под молнию, делаем вот такую вот часть. Итак, с чего начинаем? Начинаем, конечно, с того, что мы это все дело вырежем. Вырезаю по периметру, отступая 5 миллиметров от края основной линии. И сейчас расскажу небольшие нюансы, которые необходимо будет соблюсти при сборке данной косметички. Дело в том, что основная проблема это найти центра. Центр заготовки уже на коже. Если здесь на выкройке это не составит особого труда, найти выкройку, можно ее пометить на чертеже, то перенести это на кожу становится как-то проблематично. И потом искать это отверстие, которое является центром, ну, не очень удобно. Что сделал я? Чтобы соединять элементы один с другим, расстояние между центральными я увеличил. Шаг пробойника здесь 3,85 мм, а между вот этими отверстиями, между которыми является как раз наш центр, здесь 8 мм. На конечном изделии это не будет заметно. То есть вот эта вот заготовка придет вот сюда вот. И здесь видно, что здесь 8, здесь 8, все соберется. И центр искать на изделии долго не придется. Его будет удобно искать. Так, первый отрезал. Сейчас делаю все то же самое с остальными. Быстренько вырезаю. Здесь по штрих-пунктирной линии отрезаю за подлицо. Раз. А здесь отрезаю уже по основной линии. Не по штрих-пунктирной, а по основной. Чтобы наша выкройку удобно было собирать. Сейчас покажу каким образом. Почему на это столько уделяю времени? Ну, чтобы правильно собрать выкройку, и все было понятно, легко в дальнейшем с ней было работать. Вот следующим образом соединится у нас наша выкройка. Надо показать здесь вот, чтобы штрих-пунктирные линии соединяются. И получается у нас вот так. Все линии совпали. Как-то так. Вот. Показать поближе, наверное, да? Наверное, надо будет показать поближе. Так вот, сделаем сейчас. Оп. Так, думаю, будет хорошо. Итак, со всеми остальными заготовками делаю то же самое. То есть, основную часть, как собираться будет наше изделие, я уточню. Где-то убираем сторонку. И сейчас в режиме таймлапс я вырезаю все остальные элементы, убираю все лишнее и продолжаем работать. Итак, все элементы вырезал. Это для сборки промежуточная часть. Это которая будет декоративный элемент. Вот так будет собираться наша средняя часть и основная. Все элементы у меня есть. Напомню, шаг пробойника здесь будет 3,85, поскольку
изделие это будет женское, это женская косметичка, она должна быть аккуратный внешний вид. Поэтому, на мой взгляд, шаг в 5 мм здесь бы смотрелся как-то, ну, грубовато, если честно. С какой кожей будем работать? Кожа будет... вот такого вот цвета. Синенькая, да? Сейчас уберем отсюда. Вот такого цвета будет кожа. И хочу сделать вот эту вот вставку черного цвета, чтобы как-то маленечко контрастировало. Посмотрим, что получится. У меня вот здесь есть небольшой отрезок. Его здесь вполне должно хватить. И вставим сюда молнию. Молния должна быть у нас тоже черненькая. Черная молния. Вот такая. Это молния UKK. По длине ее вполне хватает. Длина молнии. Сейчас скажу, сколько у нас. 30 сантиметров. Здесь отверстие 25,5. Отлично. Все проходит. Сейчас собираю все заготовки. Размечаю шаблон. Приклеиваю к поверхности кожи. Как видно, место данная выкройка занимает немного. При желании, чтобы в дальнейшем более рационально использовать кожу, можно этот элемент располагать по диагонали. Он сюда входит, я проверял. И вот этот элемент, который мы будем вырезать изнутри, здесь будет экономить наш такой вот декоративный элемент. Но это при условии, что мы этот декоративный элемент будем выполнять из той же самой кожи, что и саму косметичку. Значит, пробойники. Пробойники 3,85. Сейчас нож будем вырезать. Заготовка это у нас Ольфа. Лезвия черные. Желательно использовать новое. То есть начинаем кроить. Пользуемся новым. Кожа. Кожа у нас 1,4-1,6. Это синяя, да. То же самое с черной. 1,4-1,6. Что еще? Пробойники, которым будем высекать вот это вот отверстие. Здесь, наверное, 6 мм. Или даже 8. Ну-ка. Да, здесь будет 8 мм. Что еще нам потребуется? Все, больше ничего не потребуется. То есть нож, которым будем сейчас вырезать все это дело. Шаговый пробойник 3,85. Фаску не будем, наверное, снимать здесь по периметру. Посмотрим. Так, и что? Нитка. Какая у нас будет нитка? Наверное, попробуем все-таки вот такую вот нитку. Нить это вощеная. Маленько отличается по цвету. С черным, наверное, вообще не будет биться, но другой нету. Попробуем ее. Возможно, еще вариант белая. Но белая, я думаю, будет слишком маркая. Поэтому
В общем, посмотрим, поэкспериментируем. Есть, конечно, вообще лютый вариант использовать, попробовать желтую. Желтая будет очень яркая, контрастная. Но поиграемся. Что у нас получится в итоге? Еще сам не знаю. Это первая проверка выкройки. Как она себя покажет. Возможно, в дальнейшем нам и не придется комбинировать черное с синим. А будет все из одной кожи. Сейчас меняю нож и начинаю вырезать. Итак, все отверстия пробили. Следующим этапом необходимо вырезать именно внутреннюю часть. Внутреннюю часть в этом шаблоне, внутреннюю часть в этом шаблоне. И потом вырезать по периметру. Сначала вырезаем именно внутренние части, потом наружные. Давай приступим. Thank you.
Совсем забыл про еще один элемент. Здесь тоже надо им заняться. Пробить и вырезать. Чуть-чуть. Чуть-чуть не остался без внимания. Ладно. Итак, получились вот такие вот два элемента. Надо примерить, посмотреть, как будет смотреться один относительно другого. Элемент зеркальный или симметричный, его можно располагать хоть вот так, хоть так. Разницы нет. Осталось посмотреть, как будет это выглядеть вместе с молнией. Сразу прикинем. Хочу именно, чтобы молния находилась между двух кож. Черный и синий. Это мое хочу. Вы же можете сделать по-другому. Хм. Мне кажется, неплохо. Да. Осталось все это дело собрать. Итак, насчет ниток. Синие. Ну, возможно. Возможно, не такие марки, не так сильно броски выделяются. Хочу что сказать по поводу ниток. Лично мое мнение, считаю так, что хорошее изделие должно отличаться. Почему оно хорошее? По двум причинам. Первое, это отличная выкройка. Второе, аккуратные ровные швы. Так вот, когда у вас, как у меня, нет опыта большого по созданию кожаных изделий или изделий из кожи, то советую нитку или цвет нитки выбирать в цвет вашей кожи, в тон. Если же у вас есть опыт, то советую нитку брать более контрастную, более яркую, чтобы сделать на этом акцент. Хорошие мастера так и делают. Они делают изделие одним цветом, а нитку берут более контрастную. И на фоне самого изделия нитка выделяется. Смотрится это очень красиво. Но поскольку у нас опыта нету в изготовлении изделий из кожи, мы будем подбирать нитку в цвет. Ну или как можно ближе попасть в оттенок нашей кожи. Итак, все элементы у нас вырезаны. Раз элемент, два элемент, три и четыре. Вот они. Все у нас на месте. Этот будет соединяться с этим сначала. Тут все по центрам. Тут приходить вот так вот. Этот вот с этим, соответственно. Ну а этот уже в самом финале. Вот так вот.
Что хочу добавить. Поскольку у нас это изделие для девушки, косметичка женская, хотелось бы сделать ее еще более аккуратной, более женственной, а именно закрыть вот эту вот бахтарму, внутреннюю часть. Для этого будем использовать вот такую вот ткань. Есть у меня такая. Возможно, можно было подобрать что-то поинтереснее, но то, что есть в наличии. Я думаю, будет смотреться неплохо. То есть для внутренней именно части, чтобы закрыть бахтарму. Что необходимо мне будет сейчас делать? Раскатываем нашу ткань. Берем с краю и укладываем на наш коврик раскроечный. И вот у нас надо будет эту ткань аккуратно прибомбить или закрепить с другой стороны. Что буду делать? Я возьму обычную ручку и просто введу периметр. Введу периметр этой нашей заготовки. Вот получилось как-то так. Видно? Вот здесь маленечко не видно, да? Сейчас мы маленько дорисуем здесь. Делаем. Но я хочу, чтобы когда я буду собирать эти два элемента между собой пришивать, чтобы наш подклад не торчал и не был третьим в середине, и не торчал между двух слоев с лицевой стороны, я сделаю его на приблизительно 5 миллиметров меньше, когда буду вырезать. То есть беру ножницы, режу, но режу не по периметру, а внутрь, отступаю еще 5 миллиметров. Все. А потом просто это дело беру и приклеиваю к той заготовке. Как-то так. Вот такой вот результат у нас получился. Можно, конечно, то же самое проделать и с этой стороной, но поскольку у нас это проверка выкройки, оставим пока так. Если понравится, можно будет повторить. Но тогда, наверное, будет в этом случае надо будет сделать и с этой стороны, и с этой. Еще одну такую часть, чтобы она закрывала именно проем. Так, ну, пока что не будем отвлекаться, и следующим этапом просто приклеиваем нашу ткань к бахроме нашей заготовки. А потом будем прошивать. Будем прошивать сначала. Будем собирать, значит, сначала молнию вошьем, чтобы нас она уже не отвлекала. Приклеим молнию. Так. И потом можно будет ее уже аккуратно ушить. Так. Сюда. Раз. Вот так. А потом уже ее переместим просто на вот эту часть. Глаз. Ну, слушайте, неплохо получается, я вам скажу. Да, я думаю, неплохая получится косметичка. Ладно, продолжим. Поскольку сейчас займемся именно молнией, надо будет определиться с ее длиной, лишнее убрать, потом проклеить
пришить ее будет и, наверное, обработать внутреннюю поверхность, чтобы она не была вот такой на урезе светленькой. Что буду делать? Для обработки уреза буду использовать наш силер. Аккуратненько также раз. И проходим по всему периметру. Так, давайте подведем итоги. Вот так выглядит в конечном итоге наше изделие. Что хотелось бы сказать? Значит, есть недостатки, которые, на мой взгляд, меня не устраивают. Возможно, некоторые это сочтут не недостатком. То есть, чтобы было удобно пользоваться, я бы здесь добавил небольшой хлястик с этой стороны, чтобы открывать. Хотя она и так открывается легко. И с этой стороны хлястик, чтобы также удобно было закрывать. То есть вот так она тоже закроется легко. Но для удобства все-таки добавил. Добавил бы еще ручку в этом месте. И изделие получилось несколько, скажем, громоздкое, объемное для женского аксессуара. Она больше похожа на мужской. Мужской брутальный. Достаточно вместительное, большое, объемное. Значит, что хотелось бы добавить по самому изделию. Наверное, вернемся и вспомним, какие инструменты мне были необходимы для изготовления этого изделия. Это нож. Вот.
Дальше. Это был пробойник строчный, китайский. Это, наверное, самый дорогой инструмент. Я использовал выколотку, но можно обойтись и без нее. Главное, чтобы ваш материал, по которому вы будете бить по пробойнику, был мягче, чем сам пробойник, чтобы не расклепывать тыльную часть. Ну, беречь инструмент. Инструмент как бы не дешевый, хоть и китайский. Я использовал клей, но можно было, наверное, обойтись и без него. Единственный элемент, который я приклеивал, это была у нас молния. Молнию я приклеивал к черной коже. Все остальные части, элементы нашей, так назовем ее, косметички с натягом, да, были собраны просто на нитку. То есть они были просто прошиты, они не приклеены. Клеится изделие в том случае, когда вы не знаете, где будут отверстия. В нашем же варианте все отверстия заранее пробиты, мы знаем, и каждое отверстие находится на своем месте. Это очень удобно. Следующее, что из инструмента я использовал. Использовал линейку для нанесения клея. За место клея можно было, наверное, использовать двусторонний скотч узенький для вклеивания молнии. Но у меня сейчас его под рукой нет, не вижу. Дальше, нитка. Нитка черная, обычная, даже не вощеная. Обычная нитка, это, по-моему, сапожная или обувная. Вот. Что еще? Я использовал для шерфования края кожи вот такой инструмент. Можно обойтись и без него. Обычным канцелярским ножом. Ну, то есть, вот примерно таким. Единственное, чтобы лезвия у вас были острые постоянно. Тогда работать удобно. Использовал пробойник высечной. В моем случае это 8 мм, но при желании можно обойтись и без него, и, возможно, результат окажется у вас гораздо лучше. Исключаем отсюда пробойник высечной. Исключаем отсюда инструмент для шерфования края кожи. И остается только у нас строчный пробойник и нож. Все, в принципе, весь инструмент, который вам необходим для создание данного изделия. Само изделие состоит из трех элементов. Основная, промежуточная часть, четырех. Средняя часть и декоративный элемент, который закрывает у нас отверстие под молнию. Собирается быстро. Вот собрал его реально часов за 6. Ну, без опыта. Старался, чтобы строчка у меня была аккуратная. Работал по 2 часа в день. 3 дня по 2 часа, 6 часов. Долго или нет? Я считаю, что нет. Если я каждый день собирал бы такие изделия, шил, думаю, можно было собрать его гораздо быстрее. Какого-то шорного пони, при помощи которого удобно шить, там, у меня тоже нет. Работал вот на столе. При наличии выкройки, выкройку на данное изделие оставлю в описании. Я думаю, его можно будет легко и быстро собрать. Вот так вот. Выкройка будет в формате PDF. Распечатывается на любом принтере. Заостряю ваше внимание, что еще раз при сборке вот в этом месте расстояние, чтобы удобно было центровать два изделия, 8 мм. Вот оно отмечено. А потом в левую и в правую сторону, пожалуйста, шейте как удобно. Самый большой элемент это у нас вот так. Линия, по которой собираться будет. Так что вот такая вот выкройка, которая входит вполне на формат А4, будет в описании. Значит, в конце, поскольку мы собирали все-таки женское изделие, я перекроил выкройку и уже хочу сделать все-таки женскую косметичку. Она будет немного уже. То есть в верхней части она будет уже. Вот примерно вот, то же самое, только будет поуже. Где-то около 8 мм будет здесь.
Посмотрим. Должна смотреться гораздо элегантнее. Еще одну соберу, проверю. Но это уже снимать на видео не буду. Процесс сам сборки. Здесь будет все то же самое, операции. Единственное, сниму, наверное, конечный результат. Ну, вот как-то так.